Чтобы просто-напросто зайти на форум и оставить номер заявки. Я в 4 серваках, я лично проверил на форуме, посмотрел. Суть их в том, что вы просто-напросто заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Заполняйте все свои данные, кто из жизни, что из... Здравствуйте, я не в форуме. Но данных заявок есть один небольшой минус. Мне надо коповская точка. Со мной съездить, мне надо машину научиться. Короче, сейчас, Владос. Угу. Я пойду. Здравствуйте, а вы полицейский? Но у вас все равно модная кофта. А, не, я посмотрю. Здравствуйте. Что бы тебе надо? Я хочу вас спросить. А когда будут заявки? Ну вот эти сборы на полицейские там штуки. Здрасте, а есть полицейские заводные? Ну когда вот эти, как они, сборы, чтобы на в полицию устроиться? Здрасте, вы свободен, я ищу полицейского. Ну не знаю, ты ж полицейский вроде. Мне, извините. Вам тебе вообще нельзя заходить. Ну и сюда. Почему-то форма не дает. Нет. Форма не дает, прикинь. Тебе нельзя заходить. Форма не дает. Блин. Бля, я одел форум. И кепка. Мне просто одному сложно тут. А я хочу на сбор попасть. Да, гражданин, добрый день. А сейчас есть набор? Управление Кордол Сантос, собственно, я. Почему находимся в бронежилете на территории государственного учреждения? Кто вы? Что вы? Почему в масочке? Вот застегивание на нашивочку соберите. Шикарно, шикарно. Оружие у вас при себе имеется. Пожалуйста. Ну, собственно, на основании 25 статьи закона об обороте оружия. Паспорт показываем на свой. Здравствуйте. Слушай, а когда наборы? Паспорт покажите на основании 25 статьи закона об обороте оружия. Возьму, ознакомлюсь. Не знаю. Так, шикарно, все, можно. Набор в полицию, хочу вступить, понимаешь? Ты где? А как, наборы же есть тоже. Ты где, тебя не вижу. Ничего не понятно. Ем солнышко, едем, едем, едем. Мне скорбинку надо, скорбинку. Я поеду на задержание. Что, я с тобой хочу? А как? Так где? Я сзади дома. Да. Ты имеешь снять на воздухе? Я тебя жду возле главного входа. Чё снять? Заедешь. Сидеть на воздухе умеешь? Неа. А я умею. Кайф. А чё стоим? Не знаю. Просто? Чё там Мия он хочет? У меня почему-то не получилось на второй там броситься. Я тоже. А тебе тоже? Да. А есть набор? Сейчас. Хочу набор! Сейчас же набор идет, нет? О, да, нет, давай. Оно уже закончится. О, осуждаю. Почему не будет набора-то? Я медик. Можно мне скорбиночку? Здравствуйте. Вот, я вот лысый негр. Осуждаю, не прием. Осуждаю. Осуждаю. А скорбиночку у меня? Никого не слышу. А ты где? В смысле, вы осуждаете меня, что ли, я не понял? За что? Кому еще? Тогда наборы. Кому еще скорбинки? А, скорбинку, скорбинку. А как повысить? Повысить его надо второго. Хорошо. Ну что, скорбинку? Не, мне не надо. А кто это так играется сейчас? Играется? Спасибо. Жаль.
Ну чё, Артём, будем делать? Я еду на набор, хочу вторую половинку себе. Чё за вторую половинку? Там, видишь, такой красный рубин? Что? Да. Поедешь туда? Ты туда поедешь? А? Ну съезди, гляй. Что делать сейчас? Да уже не 16, а уже 16-20. А кого мы ждем, Томми? Прием уже не 16, но уже 16-17. Прием, я в туалет. Повторяю, Микки. Ну так, ребят. Повторяю. Алло. Ну что там? Ну, стою на парковке, рисуюсь. Равняйсь! Вообще, можно карабин брать с тайзером на втором ранге? Так чисто интересно спрашиваю. Равняйсь! Да, бери. Да, да, спасибо. Так точно, да. Равняюсь. А ну еще раз крикни. Давайте все отдаем чай. Давайте. Мяу. Мы тут честь отдаем. Давай, Джон Том тоже делай. Владислав, ты тоже делай. Револьвер тоже делай. Сейчас. Алло! Алло. Давид тоже делай. Алло! Томми, пожалуйста. Делай, делай. Давай быстрее, пожалуйста. Гони как только можешь. Все, давай. А ты куда? Не умею я честь отдавать. Я еду. Равняйсь! Так, строй стали все, быстро! Хорошо! Ты ебануться опять! Что это пизданул? Рон. Ах ты ж гнида! Ладно. Гений. Знаешь, ебануться, многоуважаемый я вообще сейчас ничего не оставил. Скорее всего, вы собой меня прекрасно знаете. Вот я с тобой опять встретились. Начальник отдела ПАИ. Ты мне дали не на этой, на машинке-то уехала. Не повышай, если еще кто-то. Почему Милка плохо работает? Не, Вэл, ты ебала свою мужа. Короче, я понял. Вон там рубинчик такой. Хорошо, я тебе потом скажу. Вон рубин. Хорошо, понял. На рубин едет. Значит, многоуважаемый академик, если кто-то пизданет что-то мне в личные сообщения, либо в личные сообщения моих заместителей, инструкторов, простых паишников, то получит строгий выговор плюс переаттестацию. Также, если это Лысь будет продолжаться, у меня я веду выговор, старую Лысь добрую систему. У меня прикинь а выговор. Именно, каждого из вас мы будем повышать. А что такое? Мне выговор дали за то, что я не явился с какой-то хуйня. Ладно, я поеду. А где мероприятие будет с любовью? А где анкеты? Где анкету? Где машина? 60-я, что я сделал? 60-я статья, незаконное оружие у тебя. В смысле? А что я незаконно? А, я забыл тебе сказать. Можно анкетку принять? Я в форме. В смысле, нет? Он в форме, он в форме. Я в форме! Где? Томми, уволь его! Уволь я его, в форме! Сейчас... В форме сейчас исправим, нам не тяжело. Да за что? Сейчас я 10 раз просил. 60-ю. Я тебе 10 раз просил, можно ли взять карантин? Я тебе сейчас 81-ю криминирую. У меня ты сядешь на 10 лет. Да не надо. Пока живи. Бля. Ну еще раз такое будет. Ты у меня не только с НСПД, ты у меня штата улетишь. Да, чё? Мяу. Тут как-то я хотел еще заявку в ПАИ отписать. Как-то страшно стало после того. Не помнишь меня, сучара? Кричишь. Скотина! Чё там? Не довезёшь? Ты помнишь меня, а, скотина? Не довезёте? Да, без торга. Сколько стоит?
270. А, довезете? У них спрашиваю. Открой. Что, кому продавать? А, давай. Мне. Смешно. Можешь добить хотя бы меня? Тебя что, убили? Меня, короче, выговор дали. То есть вообще торга никакого нет? Просто вообще нет торга, он 300к стоит. Можете подвезти? Давай! Спасибо тебе! Можете подвезти? Здрасте. Вы понимаете, это там один человечек такой, очень плохой. Предал он меня. Можете подвезти, добрый день. Куда? А чё ты там? До штрафстоянки. Да до штрафстоянки хотя бы. Владос, чё ты там делаешь? Я еду с девочкой. Ха-ха, я понял. Ну, еду со своей машиной. А чё чел за вами едет? Это моя охрана. Вот этот? Кто пистолет мой подобрал? Можешь отдать, пожалуйста? Она говорит, у неё охрана. А боевой, короче, такой. Угу. Ну, если не жалко, то денег, понимаешь, нету. То чувак меня предал. Мяу. Ну, мне надо любовь найти, понимаешь. Только попробуй. Че ты там кричишь? Узнаю! Пошли поговорим! Ну чё ты? А ты где? На сердечке? Или на алмазике? Ты где, Артём? Я просто с ним разговариваю с ним. А где ты есть? Предал он меня. А ты где там? В Кожанке, да, так сказать. Который в Кожанке. Скотина. Мир маленький, я его найду. Я поеду. Фуражку на сбил. На РМ поеду. Слышишь? Эту искать. Давай. Спасибо огромное тебе. Конечно. Аптеки нету?
Аптеки нету. Да сейчас, 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 быстро болел. Владос! Да. Так что ты там делаешь? Я на РМ просто стою. Так иди работай, пока я любовь ищу. Кем? Не знаю, таксистом. Думаешь? Ну, можно. Ну, давай. А то я тут... Надолго. Ну, ладно, я пойду, думаю, пройдусь пока. Чуть-чуть. Потом зайду. Ты уходишь, короче? Угу. Ну ладно. Позвонишь мне тогда. Давай. Давай.